Большой кинозал, но мест все равно не хватает. Кому не удалось сесть, остаются смотреть стоя. Сегодня экскурс по собственной музыке представляет великий кинокомпозитор, сам Эдуард Артемьев. Он сочинял для великих кинорежиссеров. Его произведения звучат в картинах «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», некоторых Кончаловского и во всех фильмах Михалкова. Его называют патриархом российской электроники. Сегодня он приехал в Рязань, чтобы открыть очередной этап творческого конкурса «Океан Солярис». И заодно вновь рассказать о первой встрече с Андреем Тарковским, после которой началось долгое и плодотворное сотрудничество. Первая беседа с ним была весьма для меня такой ошеломляющей. Он говорит: ты знаешь, мне композитор вообще-то не нужен. Кроме Баха, я не знаю вообще никакого композитора. Но мне нужен твой, так сказать, композиторский слух и умение писать для оркестра. И мне нужно, чтобы ты организовал шумы. Это тоже было странное предложение, значит, для музыканта. Перед вами человек, который ушел давно, реально с вами беседует. Там что началась любовная история же. Это вообще просто придумать такое. В общем, это глубоко очень переживал. В адрес музыки Артемьева раздаются различные признания. Непонятно, как это сделано, в природе нет подобных тембров, бесконечно красиво и столкновение с истиной. Но одно можно сказать с уверенностью – равнодушным его музыка не оставляет никого. Ну, я вообще выросла на советских фильмах, вот, то есть, да, причем я очень долго смотрела исключительно советское кино, вот, и, естественно, я неплохо знаю его музыку из фильмов, да, мне как бы нравится его произведение, и хотелось бы, так сказать, увидеть его воочию. Мне очень нравятся фильмы с его музыкой, конечно же, «Сталкер», наверное, самое такое яркое впечатление. Вот, но узнала я об этом мероприятии, так как они проходят ежегодно, связанные с памятью Тарковского. Вот, и очень с удовольствием я их каждый год посещаю. Ассоциация картинки, ассоциация видов, которые показывают режиссеры, ассоциация музыки, это просто вот такое впечатление, что делал все один человек. Либо композитор, либо режиссер. Поэтому замечательно.